Буйную партию шампиньонов затримали оперативники мытни, супрацовники отдела по борьбе с контрабандой и администрациями мытными правопорушениями припинили грузовик, який ехал с боку Польши. Проверили документы и выявили, что товара сопроводжальные документы не соправдные. Тому машину спынили, груз затримали и накировали на часовое заховывание. Его лёс вырашает суд. Специалисты мытни не выключают, что гэтые шампиньоны хутка накируют у гандлёвую сетку. В автомобиле находилось более 15,5 тонн грибов из Польши. При проведении проверки установлено, что товар перемещался по недействительным товароспроводительным документам. Согласно законодательству, грибы общей оценочной стоимостью более 86 тысяч белорусских рублей изъяты. По данному факту сотрудниками Могилевской таможни начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь.